Все дети, потерянные при эвакуации, наконец-то вернулись в свои семьи. За сутки родители нашли более 1000 малышей, в том числе благодаря соцсетям. Люди не переставали пересылать подобные публикации. Во время взрыва 36-летняя Гульзахира Аульбекова смогла найти лишь 5 из 8 детей. С ними она и убежала из города. Шли несколько километров пешком, потом их подобрала попутка. Найти пропавших 5-летних близнецов Гульзахире Аульбековой удалось лишь к полуночи в шимкентской школе, где расположился эвакуационный пункт. Одного из потерявших детей я нашла в одном ауле по дороге в Шимкент. Двух своих девочек я нашла только что. До этого объездила несколько эвакуационных пунктов. Сейчас поедем к сестре домой.